во всех лебедях имеется какой-то позитив. Вот, например, у взрослых восхищение на лебедят, а у лебедят желание летать, покорять новые вершины, учиться всему новому. И вот эта дорожка на воде, это я посчитала как путь к жизни, к взрослой жизни маленьких лебедят. Вот, например, самый верхний лебеденок, расположенный на самом верху открытки, так стремительно в небо, немного пониже, тоже прямо как будто бы хочет резко обнять, взмахнуть. А лебеденок, который самый нижний, сидит внизу. Около него родители. Все на него так бережно смотрят, если судить по глазам. Лебедь, который рядом с ним, который смотрит на него, он плечами показывает: у тебя получится, у тебя получится, ты можешь взлететь. А лебеденок, получается, всем взглядом, вот этим взмахом крыльев, глазами, этой улыбкой прямо шею вытянул, прям тоже стремительный. Восторженный, вот всем видом показывает, что он готов к этому. Очень понравилось. И солнце, особенно солнце, символизирует, не знаю, такую бесконечность. Вот сигнал, что пора лететь, пора покорять новые вершины, нести свет родных краев. Красивая картина. Смотрю на нее и восхищаюсь. И небо так, кажется таким бесконечным. Вот что я вот только что подумала, что лебедята в этом бесконечном будут. Ну, это для них как дом, как дом. Вот свет родных краев, мне показалось, что они его несут на спинах, потому что они так держат крылья, и еще вот прорисованы очень, очень прямо так ласкательно перышки на крыльях. Прям такими стежками. И прям вот как будто бы вот нежно прорисованы, как будто бы действительно ласкают небо.